Максим, подрезай их! Максим! Не давай им проехать! Тарань их! Нет, Максим, мы отстаем! Максим, куда ты меня везешь? Я говорю, какая она быстрая! Посмотри, Полина, ты просто... Максим, ты явно сошел с ума! Макс, ну хватит! Нет, Максим! Это ошибка, Максим! Не палимся, не палимся, все нормально. Нам надо где-то спрятаться, нам надо где-то спрятаться! Это что такое-то, Запорожец? Вашему вниманию предоставляется самая лучшая мастерство в этом городе! Зачем ты это купил? Хватит ночевать! Ломай и чини Жигули! Звучит максимально оптимистично. Полина, что тебе не нравится в этой машине? Ты можешь мне объяснить? Максим, я не хочу, чтобы ты опять направлял на меня гатлинг. Скажу тебе так, это не лучший выбор среди машин. Нет, нет, убери гатлинг. Убери гатлинг. Ладно, ладно, машина хорошая. Машина топ. А если ты сомневаешься, что машина хорошая, я предлагаю сейчас поехать гонщиками устроить гонку. Как тебе идея? Максим, мне кажется, что мы проиграем. Мы просто едем. На этом медленном ослике мы проиграем, Максим. У гонщиков 100% тюнинговые машины. Ты медленная коза, это не медленный ослик, это быстрый жеребец! Какой жеребец? Он быстрый! Тарахтит громче, чем трактор! У него просто двигатель мощный! Максим, двигатель вздыхает. Вон, видишь? Да, вижу. Это гонщик! Давай, подъезжай к ним, аккуратненько. Давай, дрифти! Вот так вот! Здравствуйте! Здорово, пацаны, короче, мы узнали, что вы гонщики, да, либо не гонщики. Ну, мы просто знаем, мы гонщики. Гонщики нелегальные. Да, гонщики нелегальные, профессиональные, как я, Максим Ватковский. Я самый известный гонщик в мире во всей планете. Давно я вас не видел в уличных гонках. Не, ну мы-то гонщики, ребята, а вы что-то не похожи на гонщиков. Тебе сколько лет вообще, Макс? У меня кепка. Да, мы не гонщики. Он притворяется гонщиком. Мы гонщики, Полина, мы гонщики. Ладно, ладно, мы гонщики. У тебя вообще есть хоть водительские права? Конечно, есть, все есть, все. Короче, пацаны, я вам... У него нету водительских прав. У меня есть все, и водительские права, и паспорт, и все документы. Я, короче, предлагаю вам со своей девушкой, не со своей девушкой, а сами, устроить гонку на 1 миллион рублей. Что? Нет, Максим, подойди сюда, подойди сюда. Сейчас, извините, мы сейчас подойдем. Максим, ты с ума сошел? Мы их выиграем, я тебе докажу. Какой миллион? Ты с ума сошел? Откуда у нас такие деньги? У меня осталось продажи вот Ламборджини и все. Миллион? Ты готов да. поставить миллион? Может, хотя бы 10 тысяч для начала? Потому что мы выиграем, я уверен в нашей ласточке. Посмотри на эту малыгу скоростную. Ладно, мы согласны. Вы видели наши автомобили? Нам плевать, вы видели наш автомобиль? Самый быстрый, самый скоростной и все. Короче, закрыты. Он сошел с ума. И мы устраиваем гонку. Ну давайте, куда это ехать? Будет легко. Победа. Поехали за нами, мы знаем трассу. Максим, в машину? О май гад, мы сейчас мне будем кажется, гонять против чуваков на Камару и Додже. Давай на моей, поедем, она помощнее будет. Хорошо, давай, брат. Все, езжайте за нами, только не отставайте. Максим, не отставай. Это вы езжайте за нами, это они за нами едут. Это выглядит максимально кринжово. Что такое кринжово? Кринжово. Не-не-не, кринж это типа стыдно. Мне очень стыдно за то, что мы сейчас кринж будем гонять против Камара. На этом Жигули. Кринжовник, я знаю такую ягоду. Кринжовник, да. Вот видишь, они уже за нами едут. А, стоп, гонка уже началась. Максим, топи! Еще не начали. Еще мы выезжаем, только на топ, не переживай. А где мы будем гонять? Я без понятия, Полин. Максим, мне не нравится эта затея. Мы 100% уже проиграли миллион. Давай подумаем, как мы будем забирать у них обратно миллион. Ну, проиграем, проиграем. Я мужчина, я... Мне не стыдно проиграть. Мне придется платить, Максим, а не тебе. Давайте, кто подает счет? Один, давай, два, три! Давай, давай, Максим, подрезай их! Максим! Не давай им проехать, тарань их! Нет, Максим, мы отстаем! Там курфбол, Максим, почему так медленно? Ты говорил, что она летает со скоростью света, как молния! Что это за отстой? Все, мы проиграли. Нет, Максим, ты серьезно? Ой, ласточка, я тебе сразу ласточка. Об этом сказал. О май гад, ничему тебя жизнь не учит, Максим. Сейчас мы вырвемся вперед, сейчас. Нам конец, нас убьют. Если мы не отдадим миллион, нас убьют, Максим. Вначале ты себя, потом меня. Мы никому ничего не отдадим. Ладно, ладно, я если что смогу я скинуть всю вину на тебя. Давай, включай. Вау, да, она едет быстрее, Максим. Тебя еще не укачала, Полин. Так она едет еще медленнее. Короче,
короче, все, мы проиграли. Что вам делать? Надо думать, что делать. Я думаю, что нам пора съезжать с дороги. Они уже куда-то улетели. Нет, Максим, они думают, что мы едем за ними. Максим, сворачивай налево, Максим. Я буду до конца. Сверни я туда, в этот жилой квартал, мы Максим. Мы сейчас отгоним, я тебе обещаю. Они уже будут стоять на финише и будут ждать наш миллион, Максим. Открой глаза, посчитай за секунды, и мы уже на финише. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оу! Стоп! Ай-яй-яй-яй, тачка дымится! А вот и вы, и 100 лет не прошло. Мы его тут ждем уже. Сколько, 20 километров приехали, что ли? Короче, это не важно, давайте вы над нами смеяться не будете. Ну проиграли, проиграли, с кем не бывает. Да? Давайте вы нам деньги? Простите миллион. Леона. Мы бензин вам оплатим. Мы добились на бабки. И мы хотим их получить. Такой же был уговор? Нет. Ладно, ладно, да ладно, Полин, ладно, дадим мы им миллион, пойдем. Сейчас на подачке возьму кошелек. У нас миллион подождите. В машине, Максим. Да, в подачке. Максим, действуем по старой тактике, Максим. Не, я беру кошелек. Давай, доставай кошелек. Он достал кошелек, если что. Давай, Максим, мочи их! Да! До свидания, дурачки! До свидания! Вы хотели миллион, да? Максим, ну теперь нам точно конец, вероятнее всего нас посадят в тюрьму. Кто нас посадит в тюрьму? Смотри, блин, давай изберем их тачку. Максим, это шикарная идея. Давай, давай, давай. Тачку потом продадим и купим еще таких 10 машин. Ну, купи мне вторую Жигули. Запрыгивай. Гони, гони. Нет, 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 Максим, топи быстрее. Заводи. Заводи, нет, полиция, нет. Она не заводится. Что делать, Максим? Бери автомат! Бери автомат! Подожди, 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 в бардачке! Достаю, достаю, отстреливай их! А, по мне попали! А, больно! А-а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 -
Получай, 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 получай! Убил! Так, еще кто-то остался здесь! Давай, давай, давай! Может, лучше в полицейскую? Ладно, окей, поехали, поехали! Максим, что вы наделали? Максим! Нам хана! Ты, нам хана, ты только что перестрелял всех полицейских! Зачем ты убил всех? Нет, это ты их убил! Поеблой, не! Это твоя глупая девушка! Зачем ты это вообще придумала? Объясни! Максим, ты сам достал автомат! Это ты предложил, я достал! Я не предлагала! Все! Мне такие подружки не нужны, до свидания! Каждый сам Максим, для тебя. Куда ты пойдешь? Максим! Он просто прыгнул в воду и уплыл. Стой! Тебе конец, Максим! Выбирайся обратно на берег! И расхлебывай все эти проблемы! Эй! Хватит там плавать! Ему конец. Ой, кажется, он задыхается. Максим! Стой, Максим! Что ты удумал? Я не знаю, нам больше в этом городе нечего делать, понимаешь? Сейчас... Максим, там были камеры, которые все записали на машинах. Это ты их убил. Я уплыву на необитаемый остров, и меня никто не найдет. До свидания. Ну, поплыли. Я один поплыву. Мне такие напарницы не нужны. До свидания. Ну, а что мне делать там? Меня же тоже посадят. Ну, пусть посадят. Ты что тогда поедешь, а сидишь? А ты умен. А куда мы плывем? Я на необитаемый остров. Ты куда хочешь? Но там граница карты, Максим. Мы живем у в симуляции. И уплыли они в далекий-далекий закат. Кстати, я не умею свистеть. Ребята, огромное вам спасибо, что вы посмотрели эту серию. Кто знает, куда уплывет Полина и Максим? Куда их заведут их приключения? Если тебе понравилась эта серия, поставь свой лайк под этим роликом. Давай попробуем собрать 40 тысяч лайков под этим видосом. Ну а также нажимай на красную кнопку подписаться под этим видео. Кстати говоря, я играл на сибирском сервере, на проекте NextRP. Вот вам мой бонус-код, чтобы получить классные бонусы при старте. Также не забывайте подписываться на канал Максима Ватковского. Ссылка будет в описании под этим видео. Максим? Да? Скажи, подпишитесь. Подпишитесь! На что? На воду? Вот именно. Всем адьос!